Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик рынков, как обычно. Начнем с русского сервера, посмотрим, что у нас интересного есть, что поменялось. Скоро у нас будет обнова. Так, открыли сегодня, наконец-то уже опять парящий остров. Нифига себе, целый один осколок. Так, дуэлянт. Ну, тут, по сути, ничего не поменялось. Ничего интересного нового нет. Карта богатства. Турнире героев. А ну попробуем фармануть. Махатма тащит. Нифига себе. Зефир не может справиться. Так, окей. Фонтана нет. По акциям день замка владельца. В принципе, ничего не поменялось. Все тоже. Каждый день как первый день. Так, императорская кузница. Поделись. Ну, такое себе. Ничего интересного на русском сервере, как обычно, нет. Так, забрал плюхи. Побежали на английский сервер. Давайте посмотрим, что у нас на англише нового. Так, дискаунт есть. Отлично. Что у нас в дискаунте интересного есть? Так, 15 монеток есть. Сейчас откроем. Так. Ну, по сути, такой же, как и в прошлый раз. 3000 апекс камней. Нифигово так. Давайте сделаем немножко движ. Посмотрим, хоть плюхи какие есть. Так, кулаки. Кулаки и такие кристаллы. Ну, давайте фри рефреш сделаем мне. Не то. Вот, неплохо. 7-7, блин. Я заберу апекс кристаллы. Такс. Давайте еще подвигаем, посмотрим. Камешки. Сумочки, но опять же за донат. Ну, для бездонов, видите. Хотя, в принципе, вальс, вот обалденная тема для бездоната. Потратить один раз и сделать хорошего героя, в принципе, неплохая тема. Так, что у нас есть здесь? Здесь можно Queen Warp вытащить. Нифига себе, 10 осколков. Ну что, давайте попробуем. Командора 40. 40. Рогаточка. Махатма. Но это, конечно, не тот роллинг, который... Анубис целый. Который на АС-сервере. Там просто бешеные герои падают. Драконы. Тут, как видите... Тут все попроще. Фобос 15. Лаваника 20 уже осколков. Смотрите, целых 20 осколков огника падает. Неплохо. Это, конечно, опять же, это для доната. Но есть акции, в которых в некоторых серваках, где дают хорошие плюхи. И, в принципе, неплохо. Неплохо падают и анубисы. И можно собрать Осмо, нифига себе, 40 осколков. Махатма, рогатка, командора. Ну, видите, это такие герои, которые уже... Хотя, в принципе, здесь такие самые топовые герои. Ну, их и так можно на таких серверах без проблем получить. Неплохо мы так осколков набили. И Махатму, думаю, там собрали. Ну, Queen Warp мы так и не увидели. Ни одну. Так, дискаунт, понятно. Карта. О, кстати. А волну еще не прошли. 300к силы. 300к силы, а мы еще ни одной волны не прошли. Надо будет этим заняться. Так, забрали. Островок. Сейчас посмотрим, что там по базару есть интересного. Так,
Суперпаты, пати, шоппинг спри есть, вот неплохо уже. Шоппинг спри, это интересно. Так, 10 осколков, как видите, продают. Зефира 20. Расходнички тоже довольно-таки неплохие. Так, хорошо, что еще есть вход. А это через Facebook, Clashers Day, Покер, Гроун, Таланты, Счастливая. Ну, с таких акций топовых прям ничего нету. Поехали посмотрим, что у нас есть интересного на рынке. Так, рынок. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, 10 по 10. Ну, такое себе за 29К. Такое даже за 11 не равняется с английским сервером. Там реально топовое. Единственное, что за 5К вот проходки, но опять же, это дороговато. Так, есть Accumulation Pack. Довольно-таки неплохой. Есть возможность подобирать то, чего нету. Так, 1000, ну здесь, конечно же. Хотя, в принципе, неплохо. Неплохой, неплохой. Топовое, реально топовый набор накопления. По сравнению с русским сервером, однозначно. Так, такой вот пак с камнями. Вот вам ФОБа 10. Десятку уже стоит. Вообще фигню. 800. Кулаков, ФОБа со скином топовым. Вот так вот. Неплохо, неплохо. Смотрите, пати-паки. 400. Ну, чисто ради пыльцы. 50. Вот такого нету героя. Вот вам, пожалуйста, сразу же, ребят, сразу же получаете хоть шота 50К сверху. Кучу эмблем. Неплохо, что на рынке самом. Так, камешки, расходники. Сундучки. Такие расходники. 500. 500, ребят, за 50. Офигеть. Ну, в большом чисто расходники и монетки. Ну, были бы зеленые, был бы крутой пак, а синие, честно говоря, такое себе. Не ахти. Ну, в общем, тоже довольно-таки прилично. Топовые плюхи. Окей. Поехали на другой сервер. Поехали посмотрим, что у нас на немке. Может, там что-то интересное добавили. Но пока английский, конечно, как обычно, очень топовые. Так, что тут у нас есть? Сейчас я гляну еще параллельно АЭС. Так, тут уже готовятся к зиме. Так, тут у нас счастливая, так. То же самое. Ну вот, чем радует немка. То, что она вечно зависает. Так. Я попробую перезайти. Так. Понятно. Нету тут сейчас фонтана. Поехали посмотрим, что у нас интересного есть на рынке. Вот здесь печеньки, как видите, продают уже полным ходом по сравнению с другими серваками. Это самая нужная тема для прокачки. Да, ничего, никакой халявы нету. Поехали на Тайвань. Посмотрим сейчас еще, что у нас на Тайване есть, и забежим на АЭС-сервер. Посмотрим, что у нас там интересного есть. Так, тут тоже накопление, то как здесь крутое накопление, тут вы тоже можете получить сразу же
Дуэлянта. Так, карты. Ну, ничего такого сверхъестественного. Что по акциям таким? Остров. Донатная. Так. Донатная акция. Это тоже, скорее всего, что донатная. Да, с этими акциями понятно. Поехали посмотрим на iOSIC. Что у нас на iOSIC есть? День замка владельца. Войди, поделись. Лип. Ну, в общем, ничего такого сверхъестественного. Зато топовый коллекционер. Я уже вижу. Топовый коллекционер. Тесса, посмотрите, вы можете получить сразу же Бугимена и Асуру, если вытаскиваете Тессу. Это, конечно же, круто. Карта богатства и парящий. Как обычно, я достаю отсюда КГшки. Так, временные акции. Ну, вот накопление такое же, как и на английском сервере. Оба за копейки. Дуэлян целый. Тоже топовый набор. В общем, вот так вот. Ничего по сути такого мега халявного сегодня нет, но зато наборы и накопления реально очень крутые. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.